Чтоб солнышко, иди сюда. Ребята, это видео... Сейчас ты будешь бить меня на камеру, да? Да, я сейчас... Итак, на самом деле у нас, как всегда, какой-то хитрый подъем, как обычно, да, на таких поклонах. На самом-то деле все намного сложнее. На этом фестивале была номинация Original B-Boy. Это Андронек, я неправильно подписал, но ничего. Ну что, серьезно, чувак? Да, чувак, ты сегодня Original B-Boy. Спасибо, блин, в шоке. Давай, краба. Денег нету, конечно. Да, мы пока без денег вручаем свои приколы, но... Блин, и еще пару слов скажи, пожалуйста, у нас есть пару к тебе вопросов. Чувак, да, во-первых. Да, Скажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь свое вдохновение? Я свое вдохновение черпаю с великолепного образа еды, который называется суши японское. Вот, я его обожаю. Также это мой коллектив Let's Go, мои ребята, то есть они вдохновляют меня. И меня вдохновляет то, что у меня нет девушки. Девушки, я здесь. Вот. Итак, вопрос второй. Тебе больше нравятся блондинки или брюнетки? Конечно же, шатенки, наверное. Да, окей, и кто ты по знаку зодиака? По знаку зодиака у меня зодиак. Близнецы. По знаку близнецы. Зодиака он зодиак. Близнецы 30 мая 88 года, до 1900. Окей, все, нет, спасибо. Спасибо, класс. Да, давай, чувак. Очень приятно. Развивайся. Танцы. Люжин. Все, ты увидишь свою рожу на сайте. Класс, спасибо. Заходи. А насчет остальных вопросов, по-моему? Класс, спасибо. Да, давай. Давай, проваливай уже.